Доброе утро, мальчишки и девчонки. Надеюсь, что все вы уже проснулись и готовы вместе с нами делать зарядку с чемпионом, самую веселую и позитивную зарядку во вселенной. Меня зовут Сергей Белоголовцев. Это мои помощники, будущая краса и гордость российского спорта. Давайте же мы с ними познакомимся. Настя, Денис, Георгий, Юля, Аня и Алиса. Скажите мне, друзья, только честно, без утайки, хотите вы быть красивыми, грациозными, гибкими и сильными, а? Да! Когда вы оказались в нужном месте, в нужное время, потому что тренером наших сегодняшних спортивных занятий будет олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в групповых упражнениях в Пекине Анна Гавриленко. Ура! Чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике в групповых упражнениях Анна Гавриленко завоевала в Пекине олимпийское золото. Несмотря на полученную незадолго до игр травму, Анна приняла решение участвовать в Олимпиаде. Вопреки опасениям, юная спортсменка блестяще справилась с программой, и команда российских гимнасток поднялась на высшую ступень олимпийского пьедестала. Анна Гавриленко сумела показать не только свой спортивный талант, но и настоящий олимпийский характер. Ну что же, мои юные любители спорта, давайте приветствовать Анну громкими фанатскими аплодисментами. Оле, 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 Россия, вперед! Аня, мы невероятно рады видеть вас в нашей студии, олимпийскую чемпионку. И сегодня, я думаю, наша зарядка будет очень красивая и интересная. С чего мы начнем нашу зарядку? А начнем мы с разминки. Первое упражнение – ноги на ширине плеч, так. Руки на плечи и делаем волну. Сначала мы плывем вперед, а потом назад. И начинаем движение. Поплыли вперед. Поплыли вперед. Раз, раз, два, три, четыре. И назад. Раз, два, три, четыре. Отлично справляетесь. Вперед. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Еще раз. И раз, два, три, четыре. И активней. Раз, два, три, четыре. Отлично, отлично. Размяли плечевой пояс. Да, размяли плечевой пояс. Что дальше разминаем? Дальше мы разминаем поясницу. Поясницу, руки. Так, ага. Руки пока что вниз, ноги на ширине плеч. Так. И делаем в сторону раз, влево, вправо, влево и вправо. Вот так рукой еще, да, так руку, да, еще при этом. И четко все это должно быть, все активно. Четко. Да. Так, сейчас делаем это упражнение четко и по-гимнастически красиво. Начинаем. В какую сторону? Вправо. Вправо. Давайте. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз. Так, расправляем два, ладошку, расправляем. Три, четыре. И пониже еще. Раз, два, три и четыре. Отлично. Отлично. Дальше мы разминаем голеностопные суставы. Вот это, да, место. Мы делаем пружинки. Вниз. Раз, ролеве два. То есть сгибаем сначала коленки, а потом встаем на носочки. А потом встаем на носочки. Да, отлично. Да. Очень хорошее упражнение. Ножки вместе поставили. И начинаем. И начинаем. Руки за спину. Руки за спину. Замочек. Да. Осанка. Командуйте, тренер. И вниз. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И последний. Раз, раз, два, три, четыре. У вас отлично получается. Спасибо, Аня, спасибо. На этом наша разминка гимнастическая, художественно-гимнастическая разминка закончена, и мы можем приступать к основному комплексу нашей зарядки с чемпионом. Сегодня у нас тренер, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анна Гавриленко. Ань, какое первое упражнение мы делаем? Делаем, значит, такое упражнение. Садимся на одно колено. Так. Левую ножку ставим назад. Так. И делаем руками вот такие вот движения плавные. Вот. Давайте, значит, встаем. Встаем, да? На правое колено. На правое колено встаем. Смотрим на тренера и по команде начинаем. Правое, левое. Правое, левое. Правое, левое. Вот. Теперь поменяем ноги. Так. Наоборот. Значит, мы встаем на левое колено и правую ножку назад. Угу. И делаем движение руками уже вперед. Вперед уже. Типа. Плавные движения руками. Вот это. Мы вот разминаем руки, угу, ноги и удерживаем баланс одновременно. Вот такое вот
задание. При этом улыбаемся мы. Да. При этом улыбаемся. Молодцы. Молодцы. Хорошо, закончили это упражнение. Очень красивое упражнение. А теперь мы сделаем бабочку и полетим. Бабочку сделаем и полетим. Куда полетим, правда, еще пока не знаю. Так, сели. Самое главное оторваться от земли, а куда полететь уж мы придумаем. Так. Ножки. Ножки. Вот. Угу. И делаем вот такие вот пружиночки тоже и летим как бабочки, как крылья у бабочки. Ага. То есть у нас такая бабочка, которая летает при помощи ног. Да, и теперь корпус можно вниз опускать и назад. Вниз. И при этом лететь, да, еще? Назад, да. Такое сложное упражнение вниз, достаточно, на координацию. Вниз. То есть пилим и говорим одновременно. Да. Летим и наклоняемся. Причем с помощью ног. Причем с помощью ног летим. Видите, как у нас сегодня интереснейшая у нас сегодня зарядка получается. Вот. Что мы назад учимся с вами летать при помощи ног, друзья. И теперь сильнее назад и сильнее вперед. Сильнее вперед. Вот, отлично. Сильнее назад и сильнее вперед. И не забываем лететь. Мы сейчас нагружаем и ноги, и спину, и нас поясницу. И еще растяжка у нас еще происходит. Растяжка у нас происходит. Великолепное упражнение. Обязательно его запомните и почаще делайте. Да. Каждое утро. Ну что ж, прилетели? Да. Прилетели, хорошо, прилетели. А теперь мы встанем. Так, встаем, ребят, встаем. Давайте немножечко сейчас снимем напряжение, встряхнем ручками, встряхнем ножками. И можем приступать к следующему упражнению нашей очень интересной сегодняшней зарядки. Что мы делаем дальше, Анечка? Мы ставим ножки вместе. Так. Следом отставляем левую ногу назад. Левую ногу назад. Руки ставим в сторону. В сторону руки, так. И делаем ласточку. Поднимаем ногу, кто как может по высоте. И стоим 10 счетов. 10 счетов? Я считаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Опустили ногу. Опустили. Скруглили спинку, чтобы разгрузить ее немножко. И так покачались, да? Да, ручками покачали. Так немножко постирали. Да, постирали, полоскали. Пополоскали немножко бельишко. Да. Ласточка прилетела и решила пополоскать бельишко в ручейке. Дальше мы делаем все то же самое на другую ногу. Давайте только считать будем сейчас вместе, ладно? Вот наша студия и телезрители будем вместе считать до 12. Давайте, по команде тренера делаем и начинаем вместе сами ножку считать. Назад, ножку ручки назад, ручки в сторону. Ручки в стороны, хорошо. И поднимаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9, 10, 11, 12. Опустили. У нас давайте рекорд. Поаплодируем друг другу. Поаплодируем. Дальше мы делаем пластичное очень движение, которое называется волна. Ножку в сторону, руки налево. Так. Наклоняемся вправо. Плавным движением переходим. Посерединке скругляемся. И переходим на правую ногу и переводим руки вправо. Отличное упражнение, очень красивое, очень полезное, потому что мы не только сейчас нагружаем спину, ноги, но и координацию движения. Нашу улучшаем. Так. Итак, левая нога опорная, правая в сторону. Ручки влево. Смотрите, ручки как красивые у Ани. Вот так. И вправо наклоняемся, скруглили спинку и переходим на правую ногу. Отлично. Отлично. И в другую сторону делаем то же самое. Наклоняемся, скругляемся, переносим на другую. А теперь немножко побыстрее. Но не сильно. Но не сильно, хорошо. Немножко. Давайте. И, чтобы слитное движение. Вот, отлично. И еще раз. Отлично. Еще разик. Еще раз. Еще разик. Слитно. Раз. И в обратную сторону. Ой. Еще раз. Молодцы! И очень грациозно получается у нас, мне кажется. Почти у всех. Отличное упражнение. Немножечко встряхнули. Давайте плечиками, плечиками так встряхнемся чуть-чуть. Можно ножками так чуть-чуть подвигать. Вот, хорошо. Молодцы. Именно этим самым упражнением мы заканчиваем основную часть нашей художественной гимнастической зарядки и можем переходить к восстанавливающим упражнениям. Какое первое упражнение? Первое упражнение. Мы садимся на пол. Так. Ножки вытягиваем вперед. Ножки вперед. Носочки натягиваем, кто насколько может. Ой, так видите, как у нас художественная гимнастика. Смотрите, как носочки красиво натягивают. Анна. Дальше мы делаем ручки в сторону. И через верх делаем складочку. Тянемся, тянемся. Ань, скажите, пожалуйста, а вот это ведь у вас была первая Олимпиада, да, в которой вы участвовали? Да.
сначала. Первое. А вот расскажите нам, что больше всего запомнилось? Ну, наверное, запомнилось момент награждения, когда мы стояли на пьедестале, играл российский гимн. Плакали? Да, плакали. Плакали? Да, от счастья, конечно, от счастья, плакали. Плакали. Так. Вот. А еще запомнилось закрытие Олимпийских игр. Вот. Очень там красиво. Очень да. красивое шоу, фейерверки. Угу. Все было великолепно просто. Очень красиво. Скажите, а в Лондон собираетесь на Олимпиаду? Ну, думаю, что да, буду стараться, по крайней мере. Вы будете стараться, а мы будем за вас обязательно болеть. Спасибо. Ну что ж, закончили. Закончили со складочкой, и что делаем дальше? Дальше мы встаем. Встаем, ребятки, быстренько, бодренько, раз. Так как передача наша, я думаю, уже подходит к концу, мы должны сказать друг другу спасибо. Делаем мы так, по хореографически, так как делают художественные гимнасты. Встали в третью позицию. Ручки красиво ставим. Ножку правую оставляем в сторону. Переход и реверанс. И точно так же в другую сторону. Раз и два. Очень красиво. И в сторону правую ножку. Правую ножку. Переходим, раскрываем ручки. Ага. И реверанс. Реверанс. И так. Влево точно так же. Переход и реверанс. Ну, красота же ведь! Красота! Аня, вы знаете, я и мои помощники прям сегодня всю зарядку прямо наслаждались вашими красивыми движениями. Вы можете нам показать какой-нибудь элемент из арсенала художественной гимнастики? Конечно. Красиво. Конечно. Пожалуйста. Сейчас я буду показывать вам поворот. Ставлю ножку в сторону, руки вправо. Браво! Браво! Спасибо! Дорогие друзья, сегодня тренером зарядки с чемпионом была замечательная наша чемпионка Пекина, художественная гимнастка Аня Гавриленко. Мы ей аплодируем еще раз с удовольствием. Спасибо. 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 Приходите к нам обязательно еще. Дорогие друзья, мы с вами не прощаемся. Желаем вам бодрого, веселого дня. Дружите со спортом. Встретимся очень скоро на новой зарядке с чемпионом. Счастливо, пока.